В общем, все такая. BIOS не сохраняет настройки разгона процессора, разгона оперативной памяти. Вообще не знаю из-за чего. Началась вся эта дилемма. И батарейку уже поменял на другую, и даже не знаю. Вот сейчас я покажу. Захожу я, в общем. Разгоняю помножители. Разгоняю также это, оперативку. Суть такая. Как он перезагружается, все. Настройки я нажал, чтобы сохранить. Но дальше происходит чудо под названием Юда. Я жму Dell, чтобы зайти обратно в BIOS. И, в общем, ничего не сохраняет вообще. Я не знаю, что делать. И, кстати, еще прикол. BIOS, ну, короче, не хочет переустанавливаться. Вот тут у меня на флешке BIOS записан. Вот я его сейчас ставлю. Все вставил. И через утилиту QFlash я попытаюсь переустановить BIOS. Пишу вот апдейт. Выбираю вот версию BIOS. Вот он, F5. Все. Вроде бы загрузка пошла, да, но... Вот тут пишет, типа, да, вы хотите, типа, обновить. Я, типа, нажимаю да. И вот он на нуле, короче, его застывает. И я уже ждал и 10 минут, и 20 минут. И уходил уже на время. Ничего, короче, не происходит. В общем, не знаю. Что посоветуете, короче?